Сегодня мы заканчиваем реконструкцию еще ряда улиц. Всего в этом году их будет около сотни. Несмотря на ливни и плохую погоду, работа идет по графику. До конца августа все основные работы на улично-дорожной сети будут закончены. Но, конечно, мы не будем дожидаться августа, и практически каждую неделю сейчас будут вводиться один за другим объекты после реконструкции. Сегодня вводится законченная реконструкция на Якиманской набережной, Голотвинских переулках, законченные уже работы на Новой площади. Так, ну, каждую неделю будем радовать горожан тем, что освобождаем от стройки их и представляем качественное благоустроенное пространство. Спасибо. Очень хорошо, спасибо большое. Да. Как здесь? Москва преобразилась. Но вы вообще были здесь? Да мы здесь живем. Раньше ходили всегда по музеону. Ну вот, и но... как, что-то изменилось? Нет, стоило терпеть. Вся молодежь перебралась, уже облюбовала. Спасибо. Конечно, давайте, спасибо. Давайте, отдайте, вот ребята мне сфотографируют. Ребят, возьмите кто-нибудь. По сути дела, новое рождение улицы, так что я поздравляю. Якиманская набережная совершенно другая стала. И переулочки голубинские здесь стали совсем другие. Так что я надеюсь, что приятно, большое приятно гулять и приятно здесь находиться. Спасибо вам большое за то, что вы делаете такую красивую Москву. Спасибо. Так красиво, прям большое спасибо вам за все. Спасибо. Да нет, терпение-то ладно, как бы это, хватило денег на всю эту красоту. А мы в долг не живем. У нас... Да вы что, это мы так хорошо живем. Спасибо. Но мы не так хорошо живем, но тем не менее мы считаем, что вот это же для людей, это для москвичей, для вас. Поэтому нет, для но чего мы здесь еще? Ни разу не ходили. Для чего город-то? Для того, чтобы для создавать людей? Хорошее пространство, нет, чтобы люди гуляли, радовались своему городу, радовались жизни. Но это важная функция. Мы это и делаем сейчас. Поэтому надо и на это расходовать деньги. Это же не для кого-то, не для начальства и не для каких-то туристов, в первую очередь для москвичей. Да, очень хорошо. Спасибо, спасибо. Можно вам пожать руку? Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Действительно. Лучше в Москве, как сейчас, никогда не было. Спасибо. Спасибо. Да, здорово. Спасибо. Ну что, Спасибо. Удачи вам. Москва просто супер. Нет. Спасибо. Малыши, как дела? Да? Как катается? Ну, хорошо. Здравствуйте. Ну да, когда еще через движение было по этой улице, и были такие узкие дорожки в каждую сторону. Сейчас движения нет, мы просто перепустили туда, так что для машин проблем не будет. Ну и вам удовольствие погулять. Хорошо, спасибо. 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 Спасибо за дорожку. И по набережной можно свободно. Да, спасибо большое. Лучше, чем раньше был, потому что невозможно. Опасно там. Узко. Для автомобилей мы перепустили их вот по этим переулкам, так что проблем тоже для автомобилистов нет, но и для пешеходов новое пространство. Да, правильно. Правильно. Спасибо. 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 Давайте. Если можно.
Ладно, ой, там у меня камера поставлена, я просто за вами бежала. Можно я с вами? Да, конечно, конечно. Давайте по очереди. Давайте, мы тоже с вами. Да. Все, Олечка? Нет. Легко меня. Нет. А мы вот собрались подругу поздравить с днем рождения, да. Поэтому вот... Здравствуйте, да. Подруги на день рождения, открытие набережной новой. Да, огромное вам спасибо. Да, огромное спасибо, замечательная набережная. Мы вот с ребенком гуляем. Раньше только там музеон, Воробьевы горы. А сейчас от Воробьевых гор можно пройти и пойти. Да, то есть маршрут у нас увеличился. Спасибо вам огромное. Спасибо, спасибо. Маршрута все будет больше, пространства для жизни все будет больше. Сергей Семенович, можно? Чтобы вы вручили. Спасибо большое. Давайте на память сфотографируемся. Спасибо. Я так отойду, чтобы не мешать. Я в восторге. Спасибо вам большое. Да, мы здесь гуляем каждый день. Очень много критики, что мы там много работаем, перерываемся. Знаете, нам очень нравится. Мы здесь гуляем, мы живем на Шаповке, прямо напрямую через Ленинский. Проходим весь парк роскошный, мы зеленый, это набережная, одно удовольствие. Спасибо вам огромное. Сейчас можно до Воробьевых гор идти спокойно. Да, мы знаем. Но мы в эту сторону, очень красиво. Спасибо вам просто огромное. Мы так и дальше будем продолжать. В этом году вот 11 набережных, 11 сразу же. Спасибо вам огромное. Спасибо. Все хорошо. Спасибо. А если не будет строительства, ведь для того, чтобы построить, надо сначала сломать старое. Если... Чудес же не бывает. Не бывает. Мгновение волшебной палочки. Это же невозможно. Ничего не сделаешь. Спасибо большое. Отлично. Как вам Екатеринбургская набережная? Ой, супер. Да, привет. Отлично, что сделали вот для пешехода в зону. А теперь можно от Воробьевых гор. Да, и вот мы так и ходим, мы живем практически там. И вот идем пешком по набережной вот так. И сейчас здесь в этих переулочках тоже можно вот походить. Вот здесь еще не были, сейчас вот идем как раз ну, в вот сторону. Вот Галутвинский первый тоже весь сделан, и вот эти переулочки тоже все реконструированы. Ну вот сейчас изучим тогда. Да, на успехов вам, всего вам доброго. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Работаем, несмотря на проливные дожди, ковыряем, что делаем, потихоньку заканчиваем, улица за улицей. Я всегда за вас голосовала, буду голосовать и всегда полностью поддерживаю. Спасибо. Ну, это такая нелегкая работа, потому что трудно жителям переносить эти раскопки, но тем не менее, мне кажется, они стоят. Это стоит. Это, знаете, я всю жизнь живу в Москве, но такой, когда вот последний год, когда мы занялись, вот, моя улица и все остальное. Ну, вначале сначала вот это. Парки. Парки. Знаете, она стала особенная в Москве. Вот особенная. Мне кажется, ее больше стали любить. И москвичи, и те, кто приехал. Да. Вы знаете, вот москвичи, мы москвичи, мы к ней больше претензий имели прежде. А сейчас вот хочется выйти. Хочется пойти. Как вас зовут? Меня зовут Алла Владимировна. Алла Владимировна, вот, если вы помните же хорошо нам эту всю историю, по крайней мере, я точно помню, что на Крымской набережной практически пешеходов не было никогда. И когда мы начинали реконструкцию, у нас были сомнения, ну, что вкладывать деньги, если там никто не ходит. Все-таки решили сделать реконструкцию, посмотреть, что из этого получится, наполнится она жизнь или нет. Вот сегодня там практически не протолкнуться. Я была не в прошлой неделе, а еще раньше, вот как только открылась она. Открылась, я прочитала в наших московских газетах, вот эти, которые я читала. Вот. И пошла проверка. Замечательно. Более того, когда на той стороне вот этот современный центр, ну там где ТЭЦ был, современный ТЭЦ, вот где-то будет, это будет просто шедевр. Это будет изюминка, ну просто великолепно. Так оно и будет. Да.
Спасибо, спасибо. Здоровья. Спасибо. До свидания. Сегодня мы заканчиваем реконструкцию еще ряда улиц. Всего в этом году их будет около сотни. Несмотря на ливни и плохую погоду, работа идет по графику. До конца августа все основные работы на улично-дорожной сети будут закончены. Но, конечно, мы не будем дожидаться августа, и практически каждую неделю сейчас будут вводиться один за другим объекты после реконструкции. Сегодня вводится закончена реконструкция на Якиманской набережной, Голотвинских переулках, закончены уже работы на Новой площади. Так, ну, каждую неделю будем радовать горожан тем, что освобождаем от стройки их и представляем качественно благоустроенное пространство. Спасибо. Очень хорошо, спасибо большое. Да. Как Москва преобразилась. Ну, вы вообще были здесь? Да, мы здесь живем. Раньше ходили всегда по музеону. Ну вот, и но... как, что-то изменилось? Нет, стоило терпеть. Вся молодежь перебралась, стоило, уже облюбовала. Да. Спасибо. Конечно, спасибо. Давайте, спасибо. Давайте. Так, отдайте, вот ребята меня сфотографируют. Ребят, возьмите кто-нибудь. По сути дела, новое рождение улицы, так что я поздравляю. Якиманская набережная совершенно другая стала. И переулочки Голутинские здесь стали совсем другие. Так что я надеюсь, что вы там большое спасибо. Приятно гулять и приятно здесь находиться. Спасибо вам большое за то, что вы делаете такую... Легко меня! Нет. А мы вот собрались с подругой поздравить с днем рождения, да. Поэтому вот... Здравствуйте, да. Подруги на день рождения открытие набережной новой. Да, огромное вам спасибо. Да, огромное спасибо, замечательная набережная. Мы вот с ребенком гуляем. Раньше только там музеон, Воробьёвы горы. А сейчас от Воробьёвых гор можно пройти и по Якиманской набережной. Да, то есть маршрут у нас увеличился. Спасибо вам огромное. Спасибо, спасибо. Маршрута все будет больше, пространства для жизни все будет больше. Сергей Семенович, можно? Чтобы вы вручили. Спасибо большое. Спасибо большое. Давайте на память сфотографируемся. Спасибо. Я так отойду, чтобы не мешать. Спасибо, днем рождения. Спасибо вам большое. Выглядите по-другому. Да? Да. Я не знаю, что-то есть в москвичах, можно отличить. Всех, что ли? Не всех, но коренных точно можно. Да, коренная москвичка. Как вам набережная? Я в восторге. Спасибо вам большое. Да, мы здесь гуляем каждый день. Очень много критики, что мы там много работаем, перерываемся. Вы знаете, нам очень нравится. Мы здесь гуляем, мы живем на Шапливке, прямо напрямую через Ленинский. Да. Проходим весь парк роскошный, мы зеленый, это набережная, одно удовольствие. Спасибо сейчас вам можно огромное. До Воробьёвых гор идти спокойно. Да, мы знаем. Но мы в эту сторону, очень красиво. Спасибо вам просто огромное. Ну так и дальше будем продолжать. В этом году вот 11 набережных, 11 сразу же. Спасибо вам огромное. Спасибо. Все хорошо. Спасибо. А если не будет строительства, ведь для того, чтобы построить, надо сначала сломать старое. Если... Чудес же не бывает. Не бывает. Мгновение волшебной палочки. Это же невозможно. Ничего не сделаешь. Спасибо большое. Отлично. Как вам Якиманская набережная? Ой, супер. Да, привет. Отлично, что сделали вот для пешеходов зону. А теперь можно от Воробьёвых гор. Да, и вот мы так и ходим, мы живем практически там. И вот идем пешком по набережной вот так. И сейчас здесь в этих переулочках тоже можно вот походить. Вот здесь еще не были, сейчас вот идем как раз ну вот в сторону. Голутвинский первый тоже весь сделан, и вот эти переулочки тоже все реконструированы. Ну вот сейчас изучим тогда. Да, на успехов вам, всего вам доброго. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Как дела у вас? Да нет, ну вот мы работаем, несмотря на проливные дожди, ковыряем, все делаем, потихоньку заканчиваем, улица за улицей. Я всегда за вас голосовала. Всегда полностью поддерживаю. Спасибо. Ну, такая нелегкая работа, потому что трудно жителям переносить все эти раскопки, но тем не менее, мне кажется, не стоит. Это стоит. Так дела.
А? Как катается? Хорошо. Сейчас движения нет, мы просто перепустили туда, так что для машин проблем не будет, ну и вам удовольствие погулять. Хорошо, спасибо. Как дела? Спасибо за дорожку. По набережной можно свободно. Да, да, спасибо большое. Лучше, чем раньше был, потому что невозможно. Опасно там. Узко. Для автомобилей мы перепустили их вот по этим переулкам, так что проблем тоже для автомобилистов нет, но и для пешеходов новое пространство. Да, да. Правильно. Спасибо. 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 Ой, там у меня камера поставлена, я просто за вами бежала. Да, конечно, конечно. Давайте по очереди. Давайте, мы тоже с вами. Все, Олечка. Нет. Красивый Москва. Спасибо, спасибо. Спасибо. Пока, счастливо. Да, красиво, прям большое спасибо вам за все. Спасибо за терпение. Да нет, терпение, ты ладно, как бы это... Хватило денег на всю эту красоту? А мы в долг не живем. У нас да вы что, это мы так хорошо живем? Спасибо. Но мы не так хорошо живем, но тем не менее мы считаем, что вот это же для людей, это для москвичей, для вас. Поэтому нет, для но чего мы здесь еще? Ни разу не ходили. Для чего город-то? Для того, чтобы для создавать людей? Хорошее пространство, нет, чтобы люди гуляли, радовались своему городу, радовались жизни. Но это важная функция. Мы это и делаем сейчас. Поэтому надо и на это расходовать. Деньги это же не для кого-то, не для начальства и не для каких-то мы для туристов, в первую очередь для москвичей. Да, очень хорошо. Спасибо, спасибо. Можно пожать руку. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Действительно. Лучше в Москве, как сейчас, никогда не было. Спасибо. Спасибо. Да, спасибо. Извините, а мне теперь плохо. Да, здорово. Спасибо. Ну что, гуляйте, вкладывайте. Да, все. И муж мой вас любит. Спасибо. Спасибо. Удачи вам. Москва просто супер. Не обижает вас. Нет, спасибо. Здравствуйте. Молодцы.